Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство. С вами Юра. И сегодня мы будем играть вот такую замечательную игру под названием Shadow Fight 2. Так, ну что ж, пару дней назад мы играли и дошли на турнире до 14 уровня. Естественно, давайте продолжим. Продолжим, кто там у нас следующий, потому что драться нужно. Так, разбойника мы, кажется, и не победили, да, по-моему? Сейчас посмотрим. Ах, ты ж такой. Ого. Она тебя вот так вот не ожидал. А у меня меч есть. На тебя вот так вот. О, да, отлично. Просто отлично. Так, давайте ногой его, ногой. Опа, опа-па. Опа-па. Вот так вот тебе. Просто на тебе ногой. Опа. Все, с колена ему дал по морде. Отлично. Очень мне нравится эта игра, дорогие друзья. Кто проходил, оставляем комментарии. Будем делиться новостями, кто играет в эту игру. Так, отлично. Так, дорогие друзья, хочу еще вас попросить, если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, поставьте лайк под этим видео и оставьте какой-нибудь комментарий. Обязательно на него постараюсь ответить. Давай, 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 пошел, пошел, пошел. Ах, ты ж такой, да? На тебя. Так вот, и ногой. Опа. Хоп. Хоп. Опа. Хоп. На. Ах, ты ж. Ребята, одинаково у нас поровну жизни. Не дай бог, я проиграю. На. О, отлично. Все, ребята, мы его замочили на тяжелейшем уровне. Так, ну что ж, мы выиграли. Собственно, давайте продолжим. Но я думаю, можно нам увеличить не только энергию. Нам вот энергию можно увеличить. Но я думаю, что нам стоит увеличить также проходимость. Или пока давайте, пока мы можем драться, давайте пока так подеремся. Потом уже будем улучшать соперника. И таким образом проходить игру дальше. Шутница, ребята. Так, шутница, ну что, готова получать по заслугам на новом уровне? Шутница у нас с мечами. Ах, ты ж такая, девчонка, проказница. Сейчас мы тебя... Да как так-то? Уже полжизни нет у меня. А, отлично, на, вот так вот тебе. На, вот так вот. Получай, засранка. Все. Ах, ты ж. Хопа, на, ногой тебе. Отлично, ребята, мы победили. Круто. Ура, вот это класс. Вот это мне нравится. Не люблю проигрывать. А когда побеждаю, нравится. Вот что значит мастерство. Вот это бои. Ух ты ж такой. Парень, подожди. Ой-ой-ой-ой. Да что ж такое-то? Вот это да, вот это она меня навешала, ребята, посмотрите. Уже достаточно такой сильный у нее уровень. И в этом уровне я, наверное, все-таки проиграю. Потому что я с этим мечом ни туда, ни сюда. Да, все. Ай-яй-яй-яй-яй, проиграли. Ну ничего, последний раунд вы решательный. Он нам скажет, можно ли выиграть или нельзя. На тебе. Так вот. Так вот. Ах, ты ж такая разбойница. Ах, ты ж. Ребята, как это у него получается? Я не понял. На тебе вот так вот ногой еще. Ах, ты ж такой. У меня там комбо. Я выучил новое комбо. Я уже забыл, как драться. О, ребята, да, ребята, мы ей отсекли голову. Отлично. Отлично. И таким образом мы победили шутницу в этом раунде. Так что ж, ребята, мы уже дошли с вами до... Ого, ребята, сложность безумна на 16 уровне. Давайте, во-первых, купим энергию. Так, во-вторых, давайте перейдем в меню. И посмотрим, что мы можем улучшить себе из деталей. Так, выучить бой мы не можем никакой. Так, что у нас здесь можно купить из улучшений? Давайте посмотрим, потому что проигрывать я как бы не особо хочу. Так.
это у нас еще закрыто. Так, доспехи новые появились у нас или нет? Ребята, еще все у нас закрыто, представляете? Абсолютно все. Нового ничего нету. И улучшить мы тоже ничего не можем. Меч у нас так и есть этот. Улучшение самое, самое, самое. Меткость самая, самая. То есть мы кроме энергии ничего не можем поменять. Абсолютно. Таким образом делаем вывод, что на безумном уровне нам нужно бороться до последнего, ребята. Ого, какой-то новый, ребята, изверг. Мы против изверга играем. Ого, у него два меча. А, на тебя вот так вот, не ожидал. Зарублю, зарублю, не подходи. И он меня зарубит. И он меня может зарубить, ребята, спокойно. Ого, ребята, вот это у него мечи. Как же побороть мне его? Все, все, убьет сейчас, меня убьет. Отлично, ребята, просто на последних жизнях мы его разрубили на две части. Просто круто. Так, кто следующий? А, ты же, на второй раунд. Ах ты ж такой. Ого, ребят, вот это он ногами умеет драться. От, на тебе вот так вот. Ого. На тебе еще вот так вот зарубим. Куда же это годится? Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ну, в принципе, победить его можно, если сильно захотеть. Так что в этом раунде мы проиграли, но ничего, у нас еще есть третий раунд. Давайте изверга замочим. На тебе. Самое главное бить первым, потому что если ждать, пока он ударит, то уже все. Ребята, опять. Ой-ой-ой, как же он умело обращается со своим оружием. Да все. Он просто меня уничтожил. Ну ничего, ребята, мы обязательно сейчас купим еще энергии и победим его. Как так-то? В бой. Безумно, не безумно, мне его надо победить для того, чтобы открыть новые доспехи и получить его оружие. Вот эти мечи я хочу у него забрать. Но для этого нам нужно его победить. Вот так вот тебе, на. Вот так вот, на тебе еще. На тебе еще. На тебе, вот так вот. Опа, а вот так вот не ожидал, а вот так вот, на. И вот так вот, и вот так вот. Да, ребята, уаха, мы его замочили без... Он нас ни разу даже не тронул, представляете? Вы себе можете такое представить? Так, второй бой. Оп, на тебе, вот так вот. А вот так вот, не ожидал, а вот так вот, а вот так вот. Опа, это он меня, я думал, это я его. Это оказывается он меня. Ну ничего, мы его проткнем вот так вот. Так, тихо, тихо, тихо. Тут самое главное умение правильно вертеться. Ах ты ж такой. Ай-яй, на. Все, все, ребята. В этом раунде он мне сдачи дал. Или нет? Ребята, мы победили! Он все-таки не смог нам дать сдачи, круто! Безумство храбрых, я заработал 2 золотых звезды с мечом. Ребята, это круто, мы его просто победили. И нам за это дадут много привилегий, я так думаю. Я так думаю. Ну что ж, давайте восстановим нашу энергию. Ребята, следующий уровень невозможно. То есть настолько тяжело будет, что просто невозможно будет. О, ребята, у нас есть какие-то новые. Мы можем изучить.
Так, мы награды-то забрали, это хорошо. Да, ну, в принципе, оружие все на месте осталось. Я даже не могу улучшить. Так что мне придется драться с этим. Пока что я не могу взять это оружие. Ладненько, ребятки, давайте пройдем в турнир и, собственно, продолжим дальше. Бой невозможно, ребята, как так? Да невозможно. Вы представляете, против кого мы? Против Бархат на новом уровне. Так, ну что ж. Ах ты ж такая гадина. Ах ты ж со своими клинками. Да все, ребята, зарезала. Нет, здесь невозможно так играть дальше. Я просто-напросто не пройду. Мне надо улучшить свое оружие. Ах ты ж такая. Ой-ой-ой-ой. Ты серьезно? Да-да, я еще драться толком даже не научился. А уже на таких супер-турнирах выступаю. Да все, она меня просто убила меня. Просто, мне просто-напросто нужно улучшать своего бойца. Все, я проиграл. Так. Ну что ж, дорогие друзья. Этот выпуск подошел к концу. В следующем выпуске мы будем разбирать дальше, как нам пройти дальше. Будем на дуэли сражаться. Будем на выживание. Для того, чтобы получить новые доспехи, новое оружие и новые удары. И таким образом пройти этот все-таки турнир на уровне невозможно. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь обязательно на канал, ставьте пальчик вверх и оставляем комментарий. До встречи!